Чемпион мира по кличке «Черный тигр» убил студента в центре Москвы. Происшествие у клуба «Гараж» случилось 13 августа, но стало известно только сейчас. В драке с трехкратным чемпионом мира по смешанным единоборствам Расулом Мирзаевым пострадал 19-летний Иван Агафонов. Мирзаев нанес студенту один удар, после которого Ивану потребовалась помощь врачей. С черепно-мозговой травмой его доставили в больницу. Спустя 4 дня молодой человек скончался, так и не приходя в сознание. Сейчас следователи разбираются в причинах конфликта. В дорогу подали машинку на пульте управления. Вот. И Ваня с друзьями уже вышли и как бы собирались уходить. Ну и задержались возле клуба. И Ваня, ну, как бы игрался с этой машинкой. Вот. И машинка подъехала к девушке. Как бы. Ваня говорит, садись, прокачу. Ну, понятно. Вот. И рядом стоял Мирзаев. Вот. И, значит, он сказал, может быть, ты и меня прокатишь? Он говорит, ну, садись. Вот. И после чего Мирзаев пнул машинку, ну, разозлился, пнул машинку. Ваня ему что-то ответил. И тот подошел, ударил его. Ваня подлетел, упал, ударился об сливную решетку металлическую. Человек-спортсмен, который за нашу Россию выступает. Я вообще не пойму никак, как можно. Почему нет ограничений, что нельзя приемы какие-то на простые? Да борись, ради бога, с таким, как ты. Это понятно, что это твоя профессия, зарабатываешь деньги. Но при чем здесь мой сын? Поэтому я говорю, если не будет здесь суда, значит будет вот там суд. Всевышний. Все равно Господь людей накажет. Сам Расул Мирзаев ранее заявлял, что никогда не устраивает потасовок на улицах. Я вообще на улице стараюсь не драться. Даже до меня докапывается это. Ездить в метро часто. Еще на улице я вижу, что как бы люди толкают меня, цепляют меня, но я как бы на внимание. Я не хочу, я как бы боюсь, если меня на улице заденут, я просто боюсь. Последствия из-за этого как бы, стараюсь не драться на улице. Все, что у меня накапливается, я на ринге выпускаю. Окружение спортсмена утверждают, он сожалеет о случившемся и готов прийти в правоохранительные органы.